А ким ми кам ленту се ти подав дума, бо ми варісо ленту ті ти дзвоню, наші ага. Дозвонюсь. По поводу оперця. А ки давай варісарту, а ми туса, ка ти... А ким ми тут відвічаю, сар, я тобі зараз ключові дам моменти. Ключові. А ну. Акшун. Вас как давит, то через Раклен, то КМС через Раен, и то все, и подводит, и как раз то, что ему надо. Ну а мы когда это полез, идет... ту полез когда, Вань, ту когда полез, главное, вот ну я же в системе, я знаю изнутри, зачем мы, когда, ну понятно, когда мы полав. И мы полав. А ну... манушал народу, обычно народу, не совсем до полинка дала в савори игры. Майтуна до ПНС, когда Кайомануш торгует своим мнением. Где деньги дадут, где дадут больше, там он и скажет, где правда, а где дадут меньше, там неправда. Не касательно меня, Ромалы, не индивидуально моего мнения, моей ситуации, моего конкретного вот обстоятельства. За подожди, это подожди, это подожди, подожди, подожди. На десятом плане. Чтоб я не забыл. А это торгует своим мнением. Где больше, там и для него правда. Мы отвечаем сейчас до Пенава конкретно тему. Мы же Анесу тут, Камлен тут немножко, напомнить. Что? Отвезти тут на пасеку, чтобы тут пчелы покусали, чтобы тут все-таки взорвался. И ту Пхеньяна с Манди, помнишь, ту войну объявил перцу? Пора же. Мы согласны. Ты помнишь, Пхеньян? Подожди. Позвонить и давай вместе. А против перца я пойду. Отлично. Значит, ну и война тери объявлена официально. Будет официально в эфире. Вань, ты можешь официально объявить власти войну и топить? Легко. Мы тут и кеквар сейчас пынав. В твоем сегодняшнем положении дел, если мы туса думали, что мы можем на стадии юридическом где-то что-то еще как-то, чтобы не поджигать, сейчас Мэдди Кавка тут пошел полный вперед, и мы жава туса. Мы тут отвечаем, мы лежава, я буду на персосты ебашу. Так, сейчас. Я вообще без проблем. Так, перец торгует. Торгует своим мнением. Так, где деньги, там и правда для него, да? Да. Ну, я думаю, что следующее ты выражение озвучить не сможешь по своим убеждениям. Ну, если сможешь, то хорошо, а если не сможешь, озвучу, ну, придется мне. Вот перец торгует своим мнением, остался вопрос, сколько стоит его жопа. Ну, это я скажу, ты не скажешь. А если своим мнением торгует, а сколько жопа стоит? Ага, на Шумайдур. Давай. Шумайдур. Вы все знаете, никому не секрет, отстраненный чорами. Мене только найчеловек назову по-другому. Блядина, как хочешь. Дальше. Паскуда, сволочь, мразь, как хочешь. Отстраненный чорами за твои поступки, а именно суды. Хочу обратить ваше внимание, а именно суды, хочу обратить ваше внимание, что он отстранен чорами исключительно за цыганские ситуации. За всю свою жизнь перец не украл пачку сигарет. Пиши. И ты думай именно перец. Лес де лупре, мы жена ваш, когда лес копрал упорол перец, лес когда переворачивает. Именно ты думай перец. Тут готово тексту лесу. Та ми ж она влез нахуй наизусть, коли мразяс. Только обирает цыган побирушник. Обирает цыган побирушник. Побирушник это рвач, просильник, попрошайка, побирушник. И именно чорами был объявлен, был прогон для людей, порядочных людей, живущих улицей, в том числе порядочных бродяг-цыганей, отстранен за вред своей нации. Ты Маромой пиши, это нахуй, это бомба. А вот теперь все, что ты написал, сейчас подходит к самому важному. Давай, говори. Кто готов пойти в разрез десятого чорам, объявившим перца
Анжерта. И пошел дальше хуярить весь список. А также тех людей, которым улица не чужда. Халемариш, вор в законе тексту диктуешь, давай. Тех людей, кому улица не чужда, делят с ними кусок хлеба, проявите порядочность, уважение к старшим братьям, дабы осознанно не перечеркнуть свое имя. Как по улице, так и в цыганском мире обозначьте свою позицию перед старшими братьями, а также в цыганском мире, так как решение старших братьев ваших было основано на поступках, решение было основано на поступках внутри цыган. У меня все. Теперь, пожалуйста, зачитай. Для цыганских людей ты должен передать смысл, что вчера его объявили и дали прогон именно цыганским бродягам, что это хуесос. Для цыганских бродяг, потому что его все преступления были в цыганском мире. И для цыганских бродяг им был прогон, что он хуесос. Вот теперь охуенная речь, и ты сейчас должен им поставить охуенные узкие рамки. Это выглядит следующим образом. Это еще одно предложение, и тут, у меня на это Ваня, все. Ваня, ты тоже должен со своей стороны топить и давить. Я после тебя выйду и скажу, если он торгует моим мнением, сколько стоит его жопа. Я скажу. Руслан, а куда сам эту тебе надиктовал? Ты маромы, если это нахуй атом.